Короче, всем полный пипец. Потому что я решил выйти, взять сундучок, а они меня не дождались. Ух, да, такая концовочка весела. Что, ребята, от меня, ребят, все-таки 6 баллов, потому что, ну, конечно, идея интересная, но просто зашкаливает. Я просто сам мультик не смотрел досконально, там несколько серий всего лишь, поэтому мне сложно оценить всю глубину. Я оцениваю как игру. Как тот контекст в нем вложен. Очень много юмора ниже пояса, притом я от него не смеялся. А я не понял, я могу перепройти, что ли? Дувакин ушел. Ребят, ну, Дувакин. За Дувакина, ладно, 8 баллов. Так бы 6 поставил, ну, за Дувакина 8 поставлю, потому что мы все равно будем сейчас еще играть в Skyrim. Просто как к месту игра. Я ж не знал, что здесь будут о Дувакине говорить. Одни Дувакины. В какую игру не придешь, везде Дувакины, ё-моё, да? Нас преследует состояние Дувакины. Конечно, с юмором здесь перебор ниже пояса. Все, пока. Давайте, ребята. 8,5. Так, можете оценить, конечно, Лера. 8,5. Так, плюсую. Каптаник. Пока, дружище, спасибо, что досидел до конца. От меня. Так, 5 от... Отчая. Я поставлю 7. 8,5. 5. 7. Хорошо. Десятку, Капитан Ник. Капитан Ник дает уверенную фору игре. Так. 8.2. Ну, да буду считать 8, дружище. Слишком жестко. Жесткая оценка. Странно, почему всегда ставлю 7, непонятно. Так, прикидывая ваши оценки, учитывая, что еще 5 поставил черный чай, я думаю, игра где-то получает 7-7,5 баллов. То есть и от меня 8. Вот, а еще 9.6. Рендин, ну ты на восьмерку начинаешь вытягивать игру. Не, ну 20 это уж перебор, ребят. Я еще могу понять, но десятку человек ставит почти. Почти 10. 10 с минусом, по сути. Рендин поставил только что. Вот, 20 это слишком. Я так считаю, что, видя ваше мнение, кому-то игра норм, кому-то просто отлично, кому-то почти отлично. А вот чай. Уж слишком в шутливой форме все, ради смеха. Не любитель такого. Это мнение черного чая, друзья мои. Поэтому я думаю, мы с вами единодушны. Если так посмотреть, 2 десятки, 5 баллов, 7 баллов, 8,5 от Мохнатень. Восьмерочка будет. Вот эти 2 десятки, они выровняют на 8 баллов. Поэтому мы с вами единодушные. Игра хорошая, но вы должны понимать, 18+, здесь стоит не зря. Поэтому если вы старше 18 лет, конечно... Можете поиграть, единственное, наберитесь терпения и будьте готовы ко всему, Скорим особенно к юмору ниже пояса. Скорее еще сегодня будете играть. И, дружище, у меня обновится облако только в июле, поэтому в начале июля будем играть. Мистер Мохнатень. Мое мнение, все по канону, юмор такой же, как и в сериале. Вот, ну я понимаю, мне приятно, Лера, что ты с нами делишься, потому что я, ну, смотрел 2-3 серии, этого мало, чтобы оценить всю полноту заложенного здесь контента по мультику, поэтому мне приходится оценивать просто как видеоигру. Ладно, до завтра, давай успехов, чай. Кстати, когда выйдет новая часть Южного парка, ты будешь стримить ее? Решим со зрителями, друзья. Решим со зрителями. Я еле нашел себе силы. Вот прихожу в себя. Буду приходить в себя. Я сегодня, правда, признаю, устал. Я просто ожидал, что игра будет покороче. Она оказалась намного мощнее, чем ожидалось. Вот. Я пойду высплюсь. Хорошо, Лен. Спасибо, что ты сегодня столько времени со мной провел. Я впечатлен. Лен ставит 5.22.
Ну тогда где-то 7,5 оценочка. 7-7,5 игры. Спасибо, Лера. Конечно, буду стараться. Я рад, что нашел все силы сегодня с вами быть просто до титров, понимаете? Сегодня я сидел до титров, я никогда не стримил столько часов. Сколько там уже натикало, вы скажите мне? Сколько натикало времени? Мы сегодня побили, наверное, рекорд наш. Больше 12 часов, скорее всего. Все сегодня устали. Потому что мы побили рекорд. Я думаю, больше 12 часов стрим. Ну, если ты в 9 утра начал, уже 9 минут вечера. Ну вот. Сегодня просто рекордные, ребята, по времени стрим. Еще такого времени мы столько в игре не проводили. Поэтому мне приятно, особенно тем, кто сегодня был со мной почти с самого начала. И приятно то, что вы вечером все пришли. Вот посмотрим, да? 8 зрителей. Ну, я считаю, для этой игры это просто колоссальный результат. А было 10, некоторые уже откланялись. 22 лайка. Тоже да, прекрасно. 22 лайка. То есть, все-таки восьмерку этой игры заслуженная. Зрителям понравилось. Примерно 12. 12 часов. Ясно. Я, братка, мне просто показалось, что ты сказал, мы еще в Скайриме сегодня прием. Я имею в виду, что мы еще придем в Скайрим в принципе. Мы не прошли эту игру. Я в этом смысле, я, братка, так сказал. На часов 10 минут. Ну, отлично, это тогда рекорд. Потому что у нас рекорд около 12 часов. Ну, 12. Там просто иногда YouTube срезает время. Ребята, вот что приятно здесь, музыка приятная. Если честно, я первый раз в эту игру устал. Но в то же время мне было интересно проходить. И мне хотелось пройти игру до конца. В любом случае, помните, мы всегда можем ее перезапустить, если у кого-то есть возможность и желание для этого. В конце концов, такой человек, я думаю, найдется по South Park. Давайте чуть-чуть послушаем музыку. Наслажусь заслуженной победой вместе с вами. Здесь музыка, вот, чтобы именно ты отдохнул. Потому что я не припомню, когда столько бил боссов, друзья. На боссах, правда, изматываешься. Ну вот, видите, и тишина в конце. Просто гениально все. С музыкой здесь вообще все гениально сейчас в титрах. Ребята, спасибо за игру. Конечно, для меня перебор с таким нишевым юмором, но понятно, что есть свои ценители. В любом случае, вы молодцы, сделали все хорошо.